Поддержка малого и среднего бизнеса. Об этом шла речь на совещании в правительстве республики. Глава кабинета министров Артем Сдунов вынес на рассмотрение вопросы, связанные с компенсациями фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и фонда микрофинансирования бизнес-субъектов Дагестана. Премьер-министр предложил оценить эффективность указанных организаций. Отмечу, общая сумма средств, выделенных этим фондом с 2008 по 2017 год, составила около 1 миллиарда рублей. В то же время имели место факты их незаконного использования, о чем свидетельствует ряд судебных разбирательств. В этой связи Артем Сдунов поручил первому вице-премьеру Рамазану Алиеву создать комиссию для оперативной проверки деятельности упомянутых республиканских фондов.